самая популярная игра в мире. Но похоже, казахи играют в футбол чисто для прикола. Но больше всего прикалываются суды Кызылординской области. Итак, это история о том, как суды умеют отфутболивать дела. Погнали! Итак, коротко о главном. Братья Нурмышевы никогда не получали кредит, не подписывали никаких договоров. Однако по судебному решению с них взыскали порядка 20 миллионов тенге. Самое обидное в этой истории то, что они не принимали участие в суде. Суд прошел без их участия за их спинами. После этого братья Нурмышевы обратились к нам. Мы подали апелляционную жалобу, но суд не захотел вникать в дело. Он сказал нам: обращайтесь с отдельным иском и признавайте договора недействительными. Что мы и сделали. Иск был подан в Казалинский районный суд Кызылординской области. Там также суд не захотел заморачиваться и перенаправил дело в экономический суд города Кызылорды. Экономический суд провел экспертизу. По результатам вот этой вот экспертизы подпись от имени Нурмышева выполнена не им, а другим лицом. И что вы думаете? Экономический суд снова завернул это дело, отфутболив его в Казалинский районный суд. А Казалинский районный суд уже второй раз не захотел разбираться и снова отфутболил дело, направив его в суд города Кызылорды. Федерация футбола, дайте им, пожалуйста, медаль. Они покорили футбол. Друзья, на мой взгляд, каждый из этих судов на своем этапе мог разрешить это дело и поставить в нем точку. Но они не сделали этого, потому что никто из них не захотел брать на себя ответственность. И это печально, потому что на это дело ушло более 9 месяцев. А как мы знаем, время – это дорогой ресурс, и он является невосполнимым. И не могу не отметить действия самого взыскателя, коим является СПК «Байконур». Они на сегодняшний день знают, что есть заключение экспертизы, договора являются поддельными, но несмотря на это, продолжают забирать деньги братьев Нурмышевых. Но они, видно, забыли, что рано или поздно судебное решение состоится и будет поворот судебного акта. И тогда мы придем и заберем все то, что они нахапали. Из этой ситуации я понял, что им плевать на человеческие судьбы. Их интересует только ваши деньги. На этом все, друзья. Это все, что мы хотели рассказать вам к этому часу. Следите за тем, как будут развиваться эти события. Всем удачи, всем пока. Вообще, если бы руководство кредитного товарищества было адекватным, они бы отозвали исполнительный лист и прекратили взыскание задолженности. Но они этого не сделали. И тем самым только показали свое истинное лицо.